Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, опять хочу сказать, что я извиняюсь за то, что и без камеры, и то, что просто я говорю, я немного так приболел, и, в принципе, и голос, наверное, вы тоже заметили, что немного изменился, мне так, ну, мне лично так кажется. Вам не знаю, может, вам не кажется, но, говорю, просто без камеры, потому что, говорю, я и заболел, и поэтому как-то, ну, не знаю, короче, ребята. Давайте мы сейчас, наверное, все-таки продолжим искать кого-то, ловить. Магмар у нас уже, ребята, 55-й, то есть там нам сколько, 5 уровней осталось, и все, он уже 60-й, а вот остальных еще капут как надо прокачивать. А, как вы заметили, у нас было до хрена уровней, то есть у нас где-то там 40 или 50 или какой там уровень был, я не помню. Я зачарил уже по максимуму вот эту кирку нашу, уже эффективность на 5, и также зачарил лопату нашу на эффективность тоже 5. Уже будет вообще быстро ломаться все. И давайте, ребята, дальше полетим. Так, сначала нет, сначала пожрать что-то надо взять. Жратвы у нас там куча, поэтому взять что-то да мы сможем. Вот, ну, полстака, например, вот этого. Так, сейчас, ребята, секундочку. Секундочку. И потопаем. Я даже не знаю, куда бы нам лучше пойти. Куда бы нам... Кого лучше бы нам словить, но, как всегда, ребята, нам нужно продолжать искать ту же глиняную биому, потому что без нее мы не словим всех покемонов, которые есть, которые вообще есть, да, потому что там тоже водятся такие нормальные покемоны. Давайте, может, за Синдаквиллом пойдем? Синдаквилл, ну, как-то он так, наверное, пишется, хрен его знает. Полетим мы, а где он, Сафари, да, говорили, он водится, поэтому где-то... Вот в ту сторону. Да, в ту сторону. Ребята, не будем мы, наверное, вот сейчас телепортироваться. Давайте все-таки лучше полетим. Ну, вдруг по пути там, ну, хрен его знает, кто-то заспавнится, или там шайни, или там боссы хотя бы куча там заспавнится. А если мы просто будем тпхаться, то, мне кажется, не так они и будут спавниться. Вот, видите, уже босс заспавнился, это... По идее, Magikarp, или Гулдин, или где-то там и 5... Диглит заспавнился. Только не говорите, что я... Твою ж мать. Эти диглиты. Только их куча вот этих боссов есть. Капут. Ну ладно, давайте летим дальше, ребята. Надеюсь, в ту сторону, да? Да. Полетели. Так, сейчас, ребята, вспомню. Ну, говорили, что... И как я спрашивал, да, где спавнятся вот эти стартовики, потому что, ну, немного вот эти, там, босс был, ну ладно. Немного вот эти спавны поменялись, то есть сейчас вроде, ну, Трико вроде там же спавнится, где и спавнился, да, в джунглях, да. Синдаквилл вот в сафари вроде спавнится, Торчик тоже вроде там спавнится, как писали. То есть они уже не спавнятся, где они там спавнились. В горах, да, то есть Ситакил вроде в горах спавнился. То есть он уже там не спавнится, а спавнится в сафари. Ну, поэтому сейчас мы, ребята, туда и полетим. А, нет, нам сюда нужно, да. Так, тут у нас кто? Magikarp. Вот давайте с Беллспрутом, чтобы в воду не падать. А то наш Старраптор не захочет там плавать. Так. Магмар, ты куда-то не туда залез. Вот он, Беллспрут. Охренеть, сейчас нам его еще догонять нужно. Вот, отлично. Я думаю, убью... А, ну да, в принципе, нормально. Убили. Так, давайте-ка мы дальше. Дальше. Так, пожрем сначала. И полетим дальше. Так, это вот сюда. Полетели. А, покебол... Да, покебол у нас есть. Я же забыл, что... Как бы... сначала забыл, что мы же потратили все ультраболы, а потом забыл то, что мы купили себе немного и даскболов, и ультраболов в магазине. Поэтому нормально. Так, я опять не в ту сторону лечу. Над океаном полетим. Как раз в ту сторону. Так, наш орб. Нет, не вот этот, а вот... Не падай, взлетай.
Так, в эту сторону, да, нам нужно. Да, в сафари. Синдаквил и Торчик. Вот этих двух нам осталось ловить. Нет, еще Трико, да. Тюртвига мы словили. А еще Маткипа, точно. А Маткип где спавнится, ребят? Что-то я как-то не знаю. Там же, где спавнился, в болотах или немного поменялось? Ну, фиг его знает, если честно. Так, ну давай-ка ты, 65 уровень. Убьем. Отлично. Так, Макбер 56 уровень. Вообще отлично. Еще 4 уровня. Я говорю, ребята, пока мы прокачаем вот всех наших покемонов там хотя бы к 45-му, то Магмар уже больше, чем 60-й будет. Так. Полетели дальше. Тут у нас кого нету? Вот этого у нас нету, да? Нидорант Фемейл у нас есть. Ну да, Тауроса у нас нету. Ладно, давай-ка... Ну да, ладно, тогда давайте... Глумом. Глум. Ох, вот эти ж... Куда тебе нужно кидать, чтобы ты бой начал? Только не убивай с одного удара. Во, красай. Так. О, все. Сейчас можно усыплять, если... давайте тогда Люксрей. Отлично. И сейчас, ну, ультрабол. Вот что, ребята, я думаю, действительно, может на Люксрея изучить там нормальные такие атаки или оставить на следующую команду. Но если он слип, то хрена ты не ловишься. Просто сейчас уже эта команда практически, ну, не скажу, что как бы полностью прокачана, но нормально. Да твою ж... Нормально так прокачанная, поэтому я не думаю, что сейчас уже нужно вот то изучать. Короче, иди ты... Ладно. Я не думаю, что нужно сейчас прокачивать, так как говорю, команда уже... Не прокачивать, а изучать, так как команда практически уже, можно сказать, прокачанная. И лучше вот эти темки... которые у нас есть, ну, в сундуках, которые можно изучить на там Energy Ball или еще какие-то там есть, то уже лучше изучить на следующую команду, так как на такие, когда там у нас... А кто у нас следующий электрический покемон будет? А вот кого у нас нет. А, Шайни Эликид, точно. Эликида можно изучить, как раз нормально так будет. Мы же Магмара, ребята, должны еще эволюционировать, точно. А я вот это и забыл. Ребят, давайте, может, уже сейчас эволюционируем его. Ну, как эволюционируем? Ребят, как мы эволюционировали Магмара в предыдущем сезоне? То есть, вот такие, как тот же Электробас, тот же Магмар, тот же Райдон, да, или кто это там. Как мы их эволюционировали, ребята? Мы их эволюционировали с помощью... Нет, в самом смысле, что они эволюционируют с помощью трейд-машины, да, их нужно передать. Но как я тут передам покемонов через трейд-машину? Как-то никак, да, получается. Или вот тут с Нидоран Мейл сейчас обменяюсь, да, в машине, и разве что он мне обменяет. Но суть в том, что мы как эволюционировали сейчас. Давайте, в принципе, вот тут уже просто эволюционируем, просто поменяем себе покемонов, как мы это делали в предыдущем сезоне и предыдущий... Как бы... Да, в предыдущем сезоне Магма... Не. Magikarp, Магмар, Магмуртар. Вот. Мы его спавним. И просто себе ловим, ребята, так как я никак его не могу себе передать. И поэтому вот так мы эволюционировали. То есть ничего не меняется, и мы не читерим, мы просто его эволюционируем. Вот этого Магмара, который у нас... А, нет, он же Шайни, я забыл. Это Магмутар Шайни, да? Ловим его.
То есть говорю, ребята, это не читерство, я думаю, вы понимаете, как бы, потому что тут читерства никакого нет, мы просто берем своего Шайни Магмара и эволюционируем его в Шайни Магмортара. Магмортара, да. Смотрите, вот этот Магмар, который у нас есть, какой он там, 56-й уровень, да твою ж, поднимайся, так, вот так. А, нашего Магмара мы просто выкидываем, 56-й уровень, и берем Шайни Магмортара, вот. Так, один ультрабол нужно себе взять, потому что я словил вот так. Я же словил своим мастерболом, то есть он пропал, поэтому нужно себе вернуть его. И сейчас, ребята, до 56 уровня, то есть Магмар у нас же был 56 уровень, и сейчас нужно его также, вот этого Магмортара, прокачать до 56 уровня и вернуть ему вот те темки, которые мы ему изучили. У него там же было пара штук. Так, вот это. Вроде было, какие-то темки. То есть, ребят, я даже не брал себе вот эти ракеди, я не тратил свои. То есть, я себе так же просто взял, ребята, Шайни Магмара и просто заменил его на Шайни Магмортара. Потому что, я опять говорю, ребята, я никак не могу их поменять. Как бы я ни пытался через трейд-машину, я сам себе не смогу передать, да, то есть Магмара в Магмортара. А заходить с другого компьютера только чтобы... поменять как-то не очень, потому что если можно так, то зачем тогда заходить на второй компьютер, если можно просто вот так поменять себе, да и все. Так, в принципе, все, то есть, ладно, те темки уже пускай будут. Так, чё, опять две штуки вот эти, они как-то размножаются, вот, то есть была одна, да. Вот, отлично, все, ребята, Шайни Магмортар. Отлично, можно дальше лететь. Хотя, Торчик. Торчик, а, вот как можно проверять, как правильно пишется, вот. А как Синдакил правильно пишется? Покеспаун, Син. Ну да, в принципе, так как я писал. Как раз, ребята, тогда давайте мы даже ночью не будем домой возвращаться, потому что у нас же есть Duskballы, нахрена тогда мы их покупали, если мы их не будем использовать. Ну, ребята, как я говорю, мне писали, что Торчик спавнится и Синдаквилл спавнится в Сафари, то есть как раз где мы сейчас летаем. Не Сафари, а Саванна, вот. Ну ладно, Сафари, Саванна, как-то. Конечно, не одно и то же, но все равно. Сафари это же вроде что-то... как бы пустыня, сафари, ну как, что-то в таком роде, то есть, ладно, не будем в это проникаться. Так, это у нас тут кто? Magikarp. Отлично. Так, это вот так. Ну, что там наш орб потихоньку прокачивается, а то уже Молтрес там нас ждет, мне так кажется. Так, полетели дальше. Это у нас что, Desert... Не Desert Hills. Ну, на всякий случай, знаете, вдруг там кто-то да заспавнится. Хрен его знает, конечно, но... Может. Так, куда мы вообще летим? Ну, давайте тогда куда-то в эту сторону. Как раз будем открывать какие-то новые биомы. Давайте тогда это вот так где-то поставим, чтобы не так быстро прогружалось. И... То есть, чтобы наоборот быстрее прогружалось, чтобы не так глючило, точнее. Потому что глиняную биому нам как-то да нужно найти. Поэтому, ребята, летим мы куда-то туда. Да, там мы еще не открыли. Как раз там вроде океан, да. То есть на океане даже пролетим. Тоже вдруг кто-то там да заспавнится, если надумает. Посмотрим. Главное так, в принципе, летать, да. И ловить покемонов, которых нам не хватает. Сколько? Да, 38 раркенди. Ну... Говорю, ребята, не хватит, то есть нам на одного покемона еле хватит, чтобы его прокачать до 60 уровня. 38 раркенди, там пару штук нам разве что останется. А кто у нас в воде нету? То есть в воде у нас и до хрена сколько покемонов нету, которые в воде водятся. Да тот же банальный старью у нас тоже нету.
Самый такой покемон, который легко в воде. Ну, кроме Magikarp, конечно. И Голдина. Хорси у нас там еще нет. Тентакруэль есть. Ну, там еще Лапрас и остальные тоже у нас нету. Ну, ладно. Это что у нас? Опять саванна, да? Или это простые островки такие? Хрен его знает. То есть, охренеть, ребята, сколько там еще летать нужно, мне так кажется, чтобы ту же глиняную биому найти. Мы быстрее грибную биому найдем, чем глиняную, мне так кажется. Грибной биом, да. Посмотрим, это что у нас, равнина, да? По сути, так, Джиглипов, нет, это нам не нужно. Тоже смотрим, вдруг кого-то у нас нету. Нет, это такой обычный остров, то есть... Не очень большой, не очень маленький. Это там... Нет. Тут Тодайл, или это круг... Нет, тут Тодайл. Так, а вот этого у нас нету. Хотя, в принципе, мы и так потом словим. Мы на острова еще вертаться будем, мне так кажется. Зурарк, не нужно. Кто еще? Ребят, вы уже можете, если хотите, потихоньку тоже составлять следующую команду, как мы делали с этой команды, то есть... Извиняюсь, ребят, просто горло что-то. Как мы делали с этой же командой, то есть... Как мы делали? О, а вот этого у нас... Ой, ни хрена себе. То есть охренеть, еще и пустыня, еще и возле пустыни мы и деревню нашли. Сейчас мы заворуем себе хавчика. Но хавчика у нас и так до хрена, поэтому... Ну ладно. Как мы, ребята, делали с этой... как его? С этой командой. То есть вы пишите покемонов, которые вы больше всего хотите видеть в следующей команде, можно и так сказать. То есть, например, за Магмара было много людей, которые писали, что... Возьми Магмара. Ай. Охренеть ты быстрый. В смысле, возьми Магмара в следующую команду. То есть, чтобы огненным покемоном в следующей команде был Магмар. И, в принципе, ребята, вот сейчас у нас Магмар в этой команде. И... Также за Люксрея, за Самурота, за... Ну, как бы тогда был еще, да, Ашавот, но как бы сейчас за Самурота, за Стараптора тоже много людей писало, что возьми их в свою в следующую команду, да. И, можно сказать, я их и взял. Поэтому, ребята, сейчас у нас... И они сейчас в нашей команде, да, то есть вы можете дальше писать, каких покемонов вы хотите видеть уже в следующей команде. То есть, конечно, еще немного осталось, чтобы их... прокачать, то есть эту команду, конечно, еще осталось там по 20 уровней, чтобы прокачать, но все же, ребята, вы уже можете писать, каких покемонов вы хотите видеть в следующей команде, да. То есть не забываем, так же, как и в этой команде у нас было один огненный, один электрический, один травяной, один водный, один летающий, чтобы быстрее передвигаться, да, и один как бы дополнительный, так как мы вот, например, взяли ну, Арбака, да, то есть ядовитого. Также можно, например, там, дополнительно взять, ну, например, там, Зоруа, да, и... Нет, точно, у нас же Риолу есть, поэтому, наверное, все-таки мы Риолу дополнительного и возьмем. Мне так кажется. Так. Это тогда дальше собираем. Дальше. Ну, говорю, ребята, еды у нас до хрена, но почему бы не взять? Так, тут у нас что-то, да, может быть, да? Может. Ну, о, яблочко. Ух ты, мы, ребята, яблочко нашли. Так, ну, как бы книжные полки нам зачем, если у нас уже там есть все, и книжные полки, и все такое. Так, в принципе, больше тут ни хрена нету, ни еды больше, ни... ничего. Давайте сначала расчистим, что нам тут нафиг не нужно, чтобы не валялось вот тут. В принципе, все. Так. Дальше летим в поисках глиняной, да, твою ж мать. Глиняной, глиняной биом. Да как вы... О! Ребята, а вот это... Охренеть! А сейчас пишет, сколько убийств... Ну, как бы...
скольких покемонов нам нужно еще выиграть, чтобы орб заполнился на полную? Раньше такого не писалось, сейчас пишет. Вот 337. Охренеть, ребята, это я даже не знал, если честно. А их нужно в руке держать. Давайте как раз проверим. 336. Давайте проверим, то есть, чтобы убедиться, чтобы уже полностью разобраться. 335. Джиудуд Шайни. Если я помню, то у Джиудуда у нас Шайни 100%. Нет, я помню, мы ловили обычного Джиудуда, а вот Шайни не ловили. Только не говорите, что он в земле. А, нет, вот он. Там еще и босс заспавнился. Так. Глум. Только не убей. Охренеть, Глум. Ты рискованный что-то как-то очень. Чуть мастербол не нажал. Рискованный Глум у нас попался, ребята. Прям так точь-в-точь оставил нам там одно хп или сколько, чтобы мы его словили. Ух, Глум, ты вообще гулет. Точно, у нас же даже еще тех покемонов, которые в шахте нету. Ну, как бы тот же Зубат, как бы он не всегда в шахте. Гулет, тот же Булдор, тот же... Кто там, Роджинролла или как она там называется. Ну, вот это и... Вот это с Орбом, это вообще охренеть. То есть, вот это отлично сделали. Я даже, ребята, как-то не знал. Вот я сейчас случайно нажал, у нас как бы орб в руке, да, я случайно на него нажал. И вот, ребята, показало, что пишет уже сколько убийств... Ну, не убийств, как бы, сколько покемонов нам еще нужно выиграть, чтобы орб прокачался. И это реально офигенно. То есть, уже знаем, сколько нам осталось. Можно уже так думать. Так, это что у нас? Ни хрена себе. То есть, можно уже прокачиваться, а не париться. Заполняется там орб или не заполняется? А вот уже пишет 331. Вот сейчас просто так ходите бить всех покемонов, да? Ну ладно, не будем сейчас так делать. Мы это будем делать потом на том острове. А сейчас просто полетели мы, ребята, дальше. Куда-то сюда, через океан. Опять же, нужно искать что-то другое. Или опять там джунгли найдем. Хрен его знает. Вот сейчас как бы это все генерируется, да? То есть тут мы еще не были. Поэтому, ребята, ищем. Ох, как это спавнится так на глазах сразу же. Так, вот тут. Вот на таких островках мы охренеть, как быстро вот это арбы вот эти прокачаем. Так как их тут реально куча, вот этих, ну, покемонов. Вот тебя, давай-ка мы попытаемся словить. Давай, Глум, ты же у нас рискованный Глум. Ультрабол. Давай, попробуем, там, Сайтера... Нет, Сайтера мы ловили. Да, Сайтера мы словили. Отлично, ребята, еще один новый покемон. Так. Сколько? Вот сейчас узнал вот эту хрень, да, что пишет, сколько нам вот этих осталось. И сейчас только буду вот так ходить и проверять. А сколько там? Убил одного покемона, проверил. Убил еще одного покемона, проверил. Ну, в принципе, ладно. Это уже нормально. 300 покемонов еще нужно, охренеть. Так, ну давайте-ка мы, ребята, дальше полетим. В какую сторону? Нет, не туда, а вот сюда. Да? Сайтер. Нет, ладно, ребята, летим мы дальше. Охренеть, сколько это там еще нужно лететь, чтобы хотя бы хоть что-то найти? Или хотя бы... Чтобы кто-то хотя бы дозаспавнился, да? Морское чудовище, не слышишь ты нас? Легендарное чудовище. Ну ладно, я шучу. Ты классный покемон, давай-ка ты спавнься. Да, в принципе, ребята, сейчас мы еще немного полетаем и, наверное, все-таки идем домой. И в следующей серии мы... Как я говорил, ребята, мы быстрее найдем грибной биом, чем глиняный. Охренеть. А вот тут никто, да, нет? О, нихрена себе. А вот тут никто 100% не спавнится, то есть...
Понятно, что они сюда никого не стали добавлять. А хотя... А нет, это как бы в пещерах, да? Да, это в пещерах. О самом биоме никто не спавнится. Ну, понятно. Я говорю, ребята, мы быстрее грибной биом найдем, чем тот же глиняный. Ну ладно, летим дальше. Офигеть. Короче, как мне кажется, не быстренько, то есть еще нам поискать охренеть, как нужно, чтобы найти биом. А знаете что, давайте-ка мы, может, к джунглям тпхнемся. Быстренько, быстренько, пока ты в воду не упал. Отлично. И вот тут, ребята, мы сейчас продолжим искать покемонов где-то вот тут в джунглях. То есть тут у нас еще охренеть сколько покемонов нету, которые спавнятся в джунглях. Мы же даже тут вроде еще никого не ловили, потому что у нас глючило, да? Ну давайте тогда даже не будем на Чаризарде передвигаться, потому что действительно может... Хотя нет, по идее сейчас уже не должно глючить. В каком Чаризарде? В каком нахрен Чаризарде? Просто знаете, тогда, когда мы вот исследовали тут джунгли, мы всегда передвигались на Чаризарде и всегда очень глючило, поэтому, наверное, и запомнилось. Это у нас там кто? Это у нас Эмолга. Ха, ну тебя у нас тоже нету. Еще бы попасть на тебя, вообще бы охренеть было бы. Вот, отлично. Ну чё, рискованный гум, только не убей. Только не убей, только не убей. Так. И я не знаю. Ну давайте еще раз. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Ультрабол. Тут у нас еще до хрена покемонов нету, которые водятся в джунглях. То есть, я говорю, мы еще тут даже никого не ловили. Вот, отлично. Эмолга. Это уже какой третий покемон за серию? Ну, где-то так. Трико. Покеспаун. Так, вот как он пишется. Так, да? Да. Так, ну чё, полетели дальше, полетели дальше. В какую сторону? А, в принципе, так, вглубь джунглей, да? Да, туда нам нужно. Не, ну, уже не глючит, то есть, конечно, уже не глючит. Мы и дистанции убавили, чтобы еще меньше глючило при генерации. Когда мы летим, да, то есть на покемонах, когда мы летаем, очень быстро вот это все генерируется, и поэтому, наверное, и глюч. Так, это что за покемон? Шатот! Такого, ребята, у нас еще нету. Так, ультрабол, давайте попробуем. Рискованный глум. Не натравляем рискованного глума, а то он... Ну вот такие, как всегда, пятый уровень, такие засранцы, что хрен ловится. Нам реально, ребята, нужно левел-боллы купить. Я как раз добавил их в магазин, ребята, так же, как и даск-боллы, потому что... Вот такие пятые уровни, они просто хрен ловятся. Они такие борзые, что хрен заходят. В ультрабол, точнее. Ладно, иди ты в попень, чувак. Потом мы тебя еще, наверное, да найдем. О, так. Поэтому, ребята, и нужно покупать левел-боллы. Это вот такие мелкие хрен. О, чувачина, ты такой жердяй, что еще и летаешь. Ладно. Рискованный глум в бой. Ух, ну да. Травяной против травяного как-то... Ну, глум у нас же рискованный, чё ему? Вот, так, отлично. Сейчас можно попытаться дословить. Опять длинная серия получается. Но, ребята, как я говорил, если вам нравятся длинные серии, то ставьте лайки, то комментируйте. Так, что мы подняли? То комментируйте и пишите, что вам, например, там нравятся длинные серии и... Может, ребята, как бы... Ну, как может, да? То есть, если вам нравится длинная серия, если вы пишете, что вам нравится длинная серия, если вы ставите лайки, то, в принципе, вот такие длинные серии по полчаса или когда там, как получается. То есть, я говорю, ребята, что я уже не так засекаю, я играю так, что... И забываю, да, сколько там уже времени, и просто получаются вот такие
по полчаса. О, по полчаса, да. Трико. Здрасте, здрасте. Так, где ты там? Сейчас. Твой выход, рискованный Глум. Только давайте вылечим. Только давай-ка ты хотя бы не выкобылись. То есть, ты не пятый уровень, ты 13-й, но все же. Я даже боюсь его ударить хотя бы раз. А то он 13 уровень, и хрен залезет сейчас в этот ульт. Я говорю, ребята, вот эти 13 уровень, и хрен залазит. Поэтому и пойдем, и сейчас купим себе левелболы. И вот таких мелких будем ловить. Ладно, мне так кажется, этого хрен мы словим, а... О, рискованный Глум, ты вообще... Ты вообще реально рискованный, то есть так бьешь, да, и оставляешь там по пару хп, чтобы как раз ловить. Ох, ребят, вот этот Глум, не, вообще, рискованный, рискованный. Реально, так, ну чё, полетели дальше. А вот сейчас, ребята, Мьюза спавнится, то есть, ладно, мы уже словили Трико, вот сейчас 100% Мьюза спавнится, смотрите. Вот сейчас, 100% сейчас Мьюза спавнится. Ну смотрите, ну сейчас, я говорю, просто он что-то... Его мама не выпускает в джунгли погулять. Сейчас там пару минут или сколько сейчас он там докушает и сразу побежит. Сразу побежит спавниться. Сейчас, ребята, сейчас. Смотрите, сейчас. Ну давай докушивай, уже там просись у мамы, чтобы она тебя выпустила погулять. Мью, давай. А то тебя уже ребята на улице заждались. Давай как-то побыстрее там. Дохлебывай свой супчик и выходи гулять. Ну чё, Мью? Ладно, чё-то он реально медленно жрет. Ну, давайте-ка мы его подождем, пока он там докушает. Так, джунгли... Ну, в принципе, тут еще так нормально есть. Давайте как раз так, я не знаю, по кругу полетаем. То есть не будем мы дальше куда-то лететь. Так как там, я не знаю, может уже джунгли кончаются. А вот сейчас, мы, ребята, стоп, смотрите, просто нужно подождать пару минут, пока он там дожрет и выйдет погулять. Сейчас, это 100%, ребята, то есть это проверенный метод, что он так спавнится. Сейчас увидите, ребята, 100%. Ну, то есть 100% он выйдет погулять и заспавнится, если его, конечно, мама отпустит. А вдруг, знаете, он там наказан там, и хрен его знает, так... Так, конечно, он не выйдет погулять, то есть я не могу обещать. Это все от мамы его зависит, ребята, 100%. Ну, сейчас мы посмотрим, вел ли он тебе хорошо дома или он наказан, что не выйдет погулять. Ну, что-то мне кажется, что он наказан, но можно верить, что все-таки Мью был хорошим мальчиком или там девочкой. Что сейчас выйдет, вылетит. Это у нас там кто? Кто же еще? Вот только вот ты. Больше никто. А вот там у нас кто? О, вот тебя можно. А где он? Вот он там дальше. Сейчас. О, вот того. Так, ладно, сейчас. Давайте сначала вот этого попытаемся. Ахри, вот ты еще быстрее не мог быть, чтобы вообще тебя не догнать. И как нам сейчас за тобой туда забраться? Вот ты зараза, а. Где ты? Где ты, зараза? Так, вот отлично. 76 уровень, охренеть. Так. Это сейчас мы поднимем, что бы можно выкинуть. Да, в принципе, вот это и вот это. Отлично. Нет, ребята, походу Мью наказан. То есть, я не был в курсе. И, как вы видите, Мью не выходит погулять. Поэтому, ребята, ладно. В следующий раз, может, не будет он таким плохим, что его мама накажет. И вдруг выйдет, вдруг заспавнится. Фиг его знает. Так, ну чё ты там, Стараптор, застрял? Так, в дереве. Нет, ребята, летим мы домой. Или вот сюда там у нас горы, или что это там? Чё-то такое. Ещё долетим туда и домой. Нет, ребята, Мью не выйдет. Ну, жалко. Хотели с тобой погулять, но раз ты
Раз ты не выйдешь, то ладно. Может, потом, в следующий раз, все-таки надумаешь что-то. Посмотрим. Так, в принципе, ребята, сейчас мы, наверное, все-таки уже домой летим, то есть... Уже, наверное, можно. Так, это у нас там что, светится лава? Или что? Да. Так, ну, все, ребята, давайте-ка мы тпхаемся домой. Сюда. И домой. Что-то мы как-то не очень прокачали наших покемонов. Хотя, 326. Так, ладно. И пойдем мы, ребята, все-таки на остров потом в следующий раз, чтобы уже хотя бы полностью попытаться прокачать наш орб. И уже заспавнить Молтреса, да? Так, давайте-ка еще мы сейчас купим. Ладно. Купим ультраболы. О, какие ультраболы? Левелболы. Где вы тут? Где вы тут? Так. А, у нас же алмазов нету. Нет, а зато у нас куча вещей есть, которые мы уже сейчас можем продать. Так, что мы можем продать? Так, яблочко. Один. А, вот это мы не можем продать. Лечилки. Лечилочки, вот. Это можем продать. Это... А мы можем совмещать так. А, можем. То есть не нужно каждый раз вот это в инвентарь выставлять. Так, камни эволюции. Вот так. Что у нас еще тут есть? В принципе, все, больше мы ни хрена не можем продать. А что-то в бэкпаке у нас есть? Тоже ни хрена. Зато это давайте-ка мы сюда поставим, чтобы тут не валялось. И вот это тоже. Так, ладно, покупаем мы пару левелболов. Вот. 6 штук, нормально. То есть пока хватит. И, наверное, все, ребята. То есть на этом, наверное, вот эту серию мы закончим. Она тоже такая офигеть длинная получилась. Что-то как... О, здрасте. А, что-то как-то даже очень длинная получилась, мне так кажется. Но, в принципе, ладно, ребята. То есть... Ставьте лайки за это, то, что длинная серия. И ставьте лайки... Еще раз, ребята, ставьте лайки за то, чтобы быстрее вышла новая серия. То есть, я говорю... Эти пару дней, я извиняюсь, что там выходила одна серия, там, ну, не в день, там, в два дня, потому что я реально приболел, да, даже, может, и сейчас вы слышите, как я там хлюпаю, да, и голос у меня тоже какой-то другой, но это только потому, что я захрип, ребята, и как бы, и не мог, да, то есть, когда ты там... И температура, и все такое, и то как-то... Ну, я не знаю, не то, что желания или настроения нет. То есть, даже не можешь, да, то есть... Даже... Ну, я не знаю, ребят, как это описать, да, кто... Кто болел, тот знает, да. Но все же, ребята, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.